Информагентство «Россия сегодня» запустило новостную ленту «Спутник» на языке фарси. Она станет пятой после четырех уже действующих лент на иностранных языках – английском, китайском, арабском и испанском. Новый проект не несет враждебности. С его помощью страны будут заниматься развитием двусторонних отношений. Лента на фарси позволит нам укрепить наши связи с Ираном, сделать позицию России более понятной и более популярной, позволит нам координировать усилия на международной арене и сделает информационный мир на планете богаче. По словам Дмитрия Киселева, это потребовало большой подготовительной работы. Нужно было создать команду для этой ленты, найти архив, принять политические решения внутри агентства. Информирование является очень важным, особенно в тех условиях, когда отношения между Ираном и Россией развиваются в различных направлениях, в том числе по международной повестке дня. У наших стран есть общие позиции. Новостная лента «Спутник» на языке фарси позволит дать объективную картину сотрудничества России и Ирана. Это будет дополнительный канал информирования иранского общества о политике нашей страны, о тех достижениях, которые у нас есть в нашей внутренней жизни, о позиции Российской Федерации по основным ключевым международным вопросам. Новости, репортажи, очерки, аналитические обзоры, эксклюзивные комментарии российских и зарубежных чиновников и представителей международных организаций – все это станет доступно для жителей Ирана. Инна Изыхеева, Сергей Новиков, Гордей Аверьянов. Новости Большой Азии.